Сыр, хлеб, иваси и липовый мед удостоились гран-при выставки ярмарки «Приморские продукты питания». Данная продукция отличается высоким качеством и полезными свойствами. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства края, специальная экспертная комиссия в течение 2 дней оценивала товары, участвующие в ярмарке на центральной площади Владивостока, по основным потребительским качествам – внешнему виду, вкусу, маркировке, упаковке, полезным свойствам. В результате 25 товаров получили гран-при, еще 16 – дипломы и медали. Также на ярмарке чествовали 12 предприятий победителей краевого конкурса «100 лучших товаров Приморья». Напомним, выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» работала 27 и 28 сентября. В течение 2 дней жители и гости края могли приобрести молочные, мясные, рыбные продукты, овощи, мед, кондитерские и хлебобулочные изделия.